Красота и здоровье. Влияние сна на здоровье и красоту. Влияние сна на наш организм очень велико. Из-за недостатка сна снижается продуктивность, способность к концентрации внимания и другие важные функции мозга, причем на несколько дней вперед. То, что сон необходим для нормального функционирования мозга, известно давно. Однако новое исследование ученых доказало прямую зависимость между качеством сна и состоянием клеток головного мозга. Было доказано, что во время сна мозг выводит из нейронов токсичные протеины. Увы, этот процесс возможен только когда вы спите. Если же сна недостаточно, токсины остаются в вашем мозге, буквально отравляя его изо дня в день и лишая вас способности ясно мыслить. В этом очередная чашка кофе точно не поможет. Также выяснилось, что недосыпание угнетает абсолютно все функции головного мозга, замедляет процесс обработки информации, ухудшает способность творчески мыслить и принимать решения, усиливает стресс и эмоциональную реактивность. Также нехватка сна сказывается на других органах и системах человеческого организма, повышая риск развития диабета, инфаркта, ожирения, инсульта. А люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, на 30% чаще страдают ожирением, чем те, кто спит 7-9 часов каждый день. Так сон оказывает большое влияние на наше здоровье и красоту. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.